Друзья, всем привет! Нахожусь я в Ивановском, Кингисеппского района, у своего коллеги Юры. Что я буду делать? Мне надо здесь залить площадку аккуратненькую и окультурить вот эти ступеньки. Вот как вот сейчас есть. Такая, в принципе, работа не тяжелая, но делать ее все равно придется. Так, немножко покажу Юре с Юриного разрешения участочек. Там вот есть беседка. Там стоит бильярдная, что там еще, такая вот мангальная, баня, колодец, дом и такая небольшая сосновая роща. Дом находится на окраине. Так, и вот здесь мне еще надо под навес и сделать под вот тот прицеп. Так, вот здесь надо будет ветки немножко пообрезать. И вот из этого, плюс вот там андулин есть, сколько-то досок обрезной, мне надо придумать такой поднавес небольшой. У Юры я уже один раз был. Вот это дерево, которое распилено Юрой, я уже здесь срезал. Покажу, где вот оно было. Опа-на! Вот оно. Что это такое, непонятно. Ну и да ладно. Оно было чуть поменьше вот этого дерева. Я фото потом ставлю. Ну что, можно что-то начинать, пробовать. Да, конечно, здесь все на своих местах. Юра траву не докосил. Ну ладно.
еще понабивал. Единственное, немножко недоделан. Нету материала вот заменить вот эти вот временные раскосинки, пока еще не отбивал. Пускай уже хозяин. Тротуарные плитки было ровно посчитано 2 штуки. Если бы, ну, хотя бы одна бы осталась, можно было бы вот сюда кусочки вырезать. Но было куплено как раз ровно, чтобы вот хватило. Без обрезков. И грессовская плитка. Грессовская плитка это не покупалась, она просто была в наличии. Вот. Можно было бы вот здесь верхушечку еще несколько полосок положить, но нету. Вот что было. В грессовской плитке было 4 плитки, она 40 на 40. И там 2 или 3 кусочка. 4 плитки и 3 кусочка, где-то так. Вот. Ну вот как. Ну, можно будет, в принципе, либо замазать, либо какую-нибудь пластину металлическую, либо потом кусочки плитки вклеить. Ну, просто с деревом интересно
Ну, хотя она до дерева, если дотрагиваться не будет, играть она не будет. Ну вот, остается мне только сделать на подновесе раскосы. Я фото вставлю. Ну, все.